И сколько леса нужно будет этому северному гиганту? Да разве только ему одному? Без хороших дорог лесозаготовителям нелегко справляться с растущими запросами промышленности. Вот почему такой большой интерес вызвал всесоюзный семинар в Белозерском леспромхозе Вологодской области. Сюда съехались работники лесной промышленности Украины, Российской Федерации, Белоруссии, Литвы и Латвии. Перед вами дорожный укладчик плит, смонтированный на автомашине МАЗ-200. Управляют машиной дистанционно. Агрегат сам прокладывает себе дорогу. И не только прокладывает, он может ее и разобрать. Вывезли лес с одного участка, и та же лесовозная дорога может отправляться на новое место. А навесной канавокопатель назвали машиной коммунистического завтра. С этим агрегатом один человек может построить дорогу в лесу и вынуть грунт, и уложить его в полотно дороги, и даже разровнять насыпь. И все это со скоростью 300 метров в час. И еще одна новинка. За 6 часов работы роторный экскаватор прорывает траншею. 900 рабочих потребовалось бы для выполнения этой работы. Товарищи машиностроители, лесозаготовители ждут эти чудесные механизмы.